Активные, веселые, а главное, с большим количеством идей. Именно такие ребята сегодня приехали на 7-й по счету слет «Дети будущего Хабаровского края». Однако в этот раз и география участников, и их число выросло. Вообще слет проходит с 2018 года, и всегда в нем участие принимали только ребята с нашего Хабаровского края. А в этом году по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае было принято решение пригласить к нам ребят с ДФО, чтобы детки с разных регионов смогли обменяться опытом своей работы в общественном поле. На слете школьники учатся работать в команде, создавать социально значимые проекты, а также отстаивать свою точку зрения. Софья Адзял – ученица 10 класса, а также заместитель председателя детского общественного совета Хабаровского края. На слете уже в четвертый раз. Девушка ведет социально активную деятельность с 2019 года. Софья уверена, что навыки, приобретенные здесь, помогают ей лучше ладить с людьми, подготовит к поступлению в институт, и это не считая дальнейшего развития в общественной деятельности. Например, в прошлом году мы разрабатывали игру по правовому просвещению, которую в дальнейшем реализовали и провели на учащихся разных школ. При проведении подобных мероприятий дети как минимум узнают о таком органе, как детский общественный совет, уполномоченный по правам ребенка, знают, куда можно обратиться в каких-то ситуациях. Кирилл Шарипов впервые на слете. Парень живет и учится в Анадыре. В этом году он закончил 11 класс и планирует поступать в Санкт-Петербург на авиаинженера. Работать Кирилл намерен на родной Чукотке, чтобы и дальше развивать Дальний Восток. У нас никогда, считай, что не было, чтобы мы все дружно ДФО собирались, да, грубо говоря, так. И у нас нету ни одного проекта ДФО. То есть я хочу здесь придумать какой-нибудь проект ДФО, чтобы он объединял именно нас, детских общественных советов, и чтобы у нас был один председатель детского совета ДФО, и его замы и тому подобное. Чтобы у нас ДФО развивалось, чтобы у нас здесь становилось еще больше активистов. В программе слета – учеба по правовой грамотности, общение с экспертами, создание социальных проектов и виш-лист на следующий слет. На следующий слет я бы хотела видеть такого спикера, как Василевский Андрей Александрович. Вот, это очень интересный человек, мы с ним встречались на разных встречах, вот, и мне очень нравится. Также мы бы хотели, вообще следующий слет мы разрабатываем с моей командой, и тема – это медиасфера, правонарушение детей в медиасфере, их безопасность. Слет активистов детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском крае завершится в это воскресенье. Виктория Заикина, Ольга Власова. Смотри, Хабаровск.